Подпишись на Китунс, и пусть начнется бесконечное веселье! Доброе утро, Земля! Пора вспомнить про йогу и растянуть лапки. Намасте! Оу! О! Как я пойду на занятия йогой с такой прической? Взгляни на мои волосы! Причеши меня! О, привет, моя прекрасная Нила! Она даже не обратила внимания! О, Нила, мне сейчас не до игр. Я должна идти. Вот, поешь. До встречи. Привет, Нила. Как твои дела? Я вся взъерошена. Вижу, как будто бы у тебя на голове свили гнездо. Моя хозяйка не причесывает меня. А ты будь настойчивее. Настойчивее? Да, продолжай настаивать. Наконец-то я дома. Спокойной ночи, Нила. Я пошла спать. Да уж, и как я завтра с такой прической буду вести занятия йогой? Подруги, у меня настоящая беда. Мы это видим, Нила. Завтра мы все уладим. Я отправлю тебе список расслабляющих мелодий. Спасибо. Встретимся завтра утром на набережной. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Бип-бэп, мои друзья. Если мы вместе, будет мир чудес. Зовем мечта, прически, красота. Спутанные волосы. Какой-то кошмар. Дядя попросил меня найти фен, но как его можно отыскать в таком беспорядке? Теперь понятно, почему он сам его не нашел. Ну и бардак! Привет, девочки! Как у вас дела? Я никак не могу найти красный фен, о котором ты меня просил. Не волнуйся, он был очень старый. Ему уже было 2 года. Я прямо сейчас куплю новый. А это все ты можешь выбросить. Пока! Выбросить? Поможешь мне найти его, Киара? Киара? Ладно, начнем с этого провода. Брось, все это пустяки. Конечно, раз, два и будет готово. Ладно, ладно, только не смейтесь. Прекратите, все будут смотреть на меня. Слушай, Нила, что это с тобой? Можно потрогать? Потрогать? Ты что, спятила? О, нет, нет, нет. Ну хватит уже. Я думала, вы пришли помочь мне, а не насмехаться надо мной. Прости, Нила, но то, что у тебя сейчас на голове, это... Спутанный клубок! Если не хотите мне помочь, то я пошла. Постой, погоди! Не переживай, тебе поможет натуральный кондиционер на основе авокадо. А ты уверена в этом? На 100%. Он не только распутает волосы, они еще и будут блестеть, как у поп-звезды. А? Она говорит, что он не только распутает волосы, но они еще и будут блестеть, как у поп-звезды. Готово. Теперь нужно подождать полчасика. Нет. Облагодаришь меня позже. Я больше не могу терпеть! Он не помогает! Уберите его с моей головы! Какой же он отвратительный! Я прилипла! Прилипла! Я испугалась! Как думаете, станет лучше, если я побрею голову? Должен быть другой выход. Придумала! Ничто не устоит перед моими грабельками! Полегче! Нежнее! Нежнее! Здесь главное не терять концентрацию, то есть не отвлекаться и сохранять спокойствие. Я уже почти закончила. Ну, наконец-то! Мой новый фен! Я его так ждал! Мощнее, чем реактивный самолет! Нет, это уже перебор! Готово! О, куда же подевался мой красный фен? Мне не нужно было бы покупать новый. Опять все распутывать.
Смотри, Нила! Мы скопировали твой образ. А, мы забыли про авокадо. И лимон. Скорее, нас не должны увидеть без лимона и авокадо. Девочки, вы замечательные поклонницы, но не копируйте мою прическу. Это все из-за дурацкого кондиционера. Мы думали, ты специально так сделала. Ты классно выглядишь. На ней все хорошо смотрится, но Нила права. О, Луна, нам пора, наши хозяева собирались причесать нас. Все, я решила. Прощай, роскошная грива. После стольких лет настал этот момент. А может, все-таки дождешься, когда подействует кондиционер? Нет, Джулия, не волнуйся. Уверена, в Лайс-Сити не станут возражать против лысого преподавателя йоги. Постой, Нила, давай сходим к Фабио. Он сказал, что у него есть новый шампунь для распутывания волос. Идем, Нила, поднимешь себе настроение. Что у тебя с волосами? Что случилось, Нила? Так, нужно срочно их распутать. А ты что делаешь? Я распутываю провода. Поможете мне? Ну, конечно. Я придам тебе облик медитирующего преподавателя йоги, но вначале воспользуемся натуральным средством для распутывания слипшихся волос. Это новинка в индустрии красоты. Йога-стайл! Готово! Все узлы распутаны! Мила, ты потрясающе выглядишь! Я хочу перед вами извиниться за то, что не сдержалась тогда. Я знаю, вы хотели мне помочь. Ну а раз это прическа в стиле йога, то я проведу с вами занятие, чтобы мы могли расслабиться. Замечательная идея! Да! Представляете, моя хозяйка купила выпрямитель волос. Я его опробую. Как его выключить? К счастью, села батарейка. Гвен, ты просто лучшая. Ты помнишь, завтра наша первая встреча, поэтому мы все должны быть на высоте. Меня так переполняют эмоции, что я даже не могу выразить, как я буду рада вас всех наконец увидеть. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Бипэд, мои друзья. Если мы вместе, будет мир чудес. Зовем мечта, прически, красота. Клуб Big Pets. Немного добавим вот этого. Великолепная слизь. Нет, 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 нет. И что теперь делать? Беда. Снова опоздала. Доброе утро, дядя. Я пришла. Привет, дядя Фабио! Прости, я поскользнулась и... Не беспокойся. Главное то, что ты пришла помочь мне. Ты моя любимая племянница. И единственная. Правда? Ну все, прыгаю. Отличный прыжок. Я первая. Эй, а? Привет, Тейлор. Я Гвен. Классная прическа. О, спасибо. Ты очень любезна, Гвен. Девочки, я уже почти на месте, только не могу найти Wi-Fi. Может, мы теперь тебя будем звать не Леди Джиджи, а Леди Wi-Fi? Эй! Привет, красотки! У моей хозяйки подгорели капкейки, но думаю, они вполне съедобны. Спасибо! Они очень вкусные. О, я рада! Ну, наконец-то! Я так долго ждала этой встречи! Добавляем перепелиное яйцо. Моющее средство для посуды. Два кусочка колбасы. Если верить рецепту, этот шампунь домашнего приготовления все отмывает. Катастрофа! Я как раз тебе звонила. Ух ты!
какие цвета! Кто у нее парикмахер? Я хочу к нему! Она вышла вон оттуда! Что? Наверное, есть еще один вход! Идем! Но здесь ничего нет, только посуда. И всякие старомодные вещицы. Здесь не на что смотреть. Тейлор, ты в порядке? Потрясающе! Вы должны это увидеть! Джульет! Тейлор! Алексия, леди Джиджи, Гвен. Эй! Привет! Прикольная бейсболка. Привет, да, но твоя прическа мне нравится больше. Это не я ее делала, это... Это секрет. В общем, это постарался один наш друг. Какой друг? Он просто чудо! Такого со мной еще никогда не видела было. Видела бы ты, как виртуозно наш друг обращается с расческой. В этом ему нет равных. Ты посмотри на нас. На вас? Да, мы все подруги. Сейчас я всех представлю. Это Тейлор, Джульет, Алексия, леди Джиджи, ну и я, конечно, я Гвен. Привет, я Нила. Что случилось? У меня с волосами вышла неприятность. Это ерунда. Мои волосы сегодня чуть не съел выпрямитель волос. Ты так симпатичная, тебе даже не нужен стилист. Ладно, сними бейсболку. Нет! Это же катастрофа! Что мне теперь делать? Тебе нечего стесняться. Ты восхитительная собачонка. И не важно, как ты выглядишь. Но устранить это можно только одним способом. А это безопасно? Да, конечно, не волнуйся. Что-то я сомневаюсь. Да. Потрясающе! Класс! Вот это да! Здесь есть все! Парикмахерские кресла, оборудование для мойки, зона ожидания. И вот этот заблескиватель. Привет, я Фабия, а ты быстро вернулась, Гвен. У нас возникла проблема. Тогда я лучше позову дядю. Фабио! Так, посмотрим, что у нас тут. У меня к волосам, в общем... Можешь ничего не говорить. К волосам может прилипнуть все, что угодно. Соус карри, жвачка, миндаль в шоколаде. Однажды нам даже принесли двух слипшихся собачек. И от нас они ушли по отдельности. Сейчас вымоем волосы, и ты все увидишь. Не волнуйся, Фабио у нас гений. Френд-стайл. Эй, посмотрите, что Фабио сотворил с нашей новой подругой. Нила, ты просто неотразима. Добро пожаловать в группу. А ну, дерзни. И прическу смени. Мы команда VIP-Pen. I love VIP-Pens. Я в восторге от твоих картин, Алексия. Но никто не пришел. Видно, я вышла из моды так же, как и светлый шиньон. Я больше не буду рисовать. Нужно ее приободрить. Сейчас не время, чтобы фотографировать леди Джиджи. Вот увидите, выставка пройдет на ура! Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Если мы вместе, будет мир чудес. Зовем мечта, прически.
одевалась как художница. Посмотрим. Уф-уф, как здорово! Моя выставка собрала более 200 лайков на Инстадоге. Я звезда! Уф-уф! Мы не переборщили с этими лайками? Не волнуйся, мы лишь хотели ее приободрить. Смотрите, она пишет: «Спасибо вам, мои поклонники. Судя по всему, у вас замечательный вкус». Похоже, что сработало. Наслаждайтесь моим творчеством. Я приготовила для вас новые картины. О, нет! Что нам теперь делать? Ничего. Вот увидишь, скоро она об этом забудет. Как это успокаивает! Классическая музыка подпитывает душу. А поп-музыка подпитывает тело. И как тебе моя новая прическа? Круто, да? Ко мне, Киара, присоединяйся! А? Совсем другое дело. Я проголодалась. Погоди, у меня может пропасть вдохновение. Мне нужно все подготовить к моей новой выставке. У меня онемела лапка. Я почти закончила. Потерпите немного. Неужели опять? Никому не нравится мое творчество. Я неудачница. Больше не буду рисовать. Что дальше? Дай-ка подумать. Нет-нет-нет, с тебя на сегодня хватит. О, что это? Ух ты, какая прелестная кисточка. О, еще и записка. Лучше подарка мы придумать не могли. Кисточка с твоим именем и специальной надписью. От твоих друзей, чтобы ты всегда помнила, что твои картины наполняют наш мир незабываемыми красками. Все, не ждите больше от меня никаких красок. Ой, нет! Она отправила назад кисточку. А, и что делать? О! Я не знаю, но лучше поторопиться. Алексия только что выставила все свои работы на продажу на сайте из лап в лапы. Это уже серьезно. Мы не можем этого допустить. Постойте, у меня есть идея. Я постараюсь выкупить все ее картины. Ты что, спятила? Это будет дорого стоить. Вот увидите. Привет, Алексия. Меня заинтересовали твои работы. Давай встретимся. А сейчас мы поедем к Фабио. Смотри, это танец змеи! Как здорово! 10 очков! А теперь деми-плие. За старание я поставлю тебе единичку. Фабио, мы пришли. Люди такие непунктуальные. И где-то собака, с которой я должна встретиться. Привет, Алексия. Как тебе мой образ? Разве не вдохновляет? Нет, я больше не буду рисовать. Погляди на мою волшебную прическу! Оставьте меня! Нет! Это уж слишком! Я не хочу рисовать! Если ты действительно любишь рисовать, то ты это сделаешь, чтобы о тебе не подумали другие. Ну, конечно, а ведь ты права. Но мне нечем рисовать. Тебе не хватало вот этого, этой прекрасной кисточки. От моих прекрасных подруг. А теперь замрите. Готово. О, великолепно. Только вот ты сама выглядишь не очень. Не волнуйтесь, нужно сходить к Фабио. Привет, Фабио. Мне нужна помощь. О, какой ужас. Садись. Привет.
Ты, наверное, художница Алексия? Да, а ты кто? Меня зовут Киара, и я мечтаю стать актрисой. Это наша собачка, и мы экспериментируем на ней каждый день. Но теперь твоя очередь. Поехали! А теперь наш волшебный штришок. Экзибишн стайл. Ты так классно выглядишь. Вау! Я знаю, что делать с твоими картинами. Бесподобная картина. Я в восторге, Алексия. Думаю, выставка всем понравится. Люди уже ждут, не дождутся. Здорово! Только чего-то не хватает. И чего же? Музыки! Брейк-данс рулит! Привет, девочки! Подарок для Джулиет почти готов. Сейчас вам покажу. Но нам ничего не видно, Алексия. Скажите, здорово! Я назвала его «День рождения и ночной глэм-сити». Вам нравится? Да, очень! Я тоже приготовила подарок для Джулиет. Я сочинила песню! Но я застряла на одной строчке. Не могу подобрать рифму к слову «манекен». А я приготовила для Джулиет расслабляющий сеанс в Токио. Попрошу внимания. Вечеринка состоится на пляже через час. Я разослала приглашение и получила уже 40 подтверждений. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете. Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения. Наконец-то привезли торт! Вечеринка в честь дня рождения! Пожалуйста! Пожалуйста, помогите! С днем рождения, Мюрриел! Мюрриел? Кто это? В кондитерской ошиблись тортом! Какой ужас! Если читать надпись, качая головой, ты не заметишь, что там за имя. Но от этого закружится голова. Но я не могу отмечать день рождения с чужим тортом. Я знала одну девочку, которая отметила день рождения не со своим тортом. На следующий день она пошла в салон красоты. Ей по ошибке приделали светлые шиньоны, и ей пришлось ходить так 3 месяца. Это было проклятие чужого торта! Твой торт, наверное, в кондитерской. Мы пройдем через вход для питомцев и незаметно проверим все торты. За мной! Да! Да! Тут мы слегка прикрутим, затем прижмем, сделаем 2 оборота и... Может вызвать специалиста? Дорогая, нам никто... не нужен, я сам специалист. Да, дядя, но я думаю... Готово, а теперь проверим. Киара, попрошу тебя. А может вначале проверим на чем-нибудь другом? Ну что ж, отличная мысль. Это полотенце как раз еще слегка влажное. Ну вот, высушили за 3 секунды. Ну и кто здесь гений? Конечно же я. Неужели они так быстро все развезли? Мы теперь не успеем найти мой торт. Прощайте, шелковистые волосы. Привет, светлые шиньоны. Перестань, не все так плохо. Нам нужно найти торт к вечеринке. У нас еще есть время. Это будет катастрофа. Нет, мы его найдем. Сколько дней рождения могут одновременно праздноваться в Глэм-Сити? Не знаю, несколько. Нам нужно разделиться и посетить все места. И мы его найдем. Разве мы не VIP-пэтс? Они самые! Давай найдем этот торт! Я
насчитала более 30 дней рождения только на одной улице. Я поздравила с днем рождения Бориэл, Лориэл и Джуриэл. Не расстраивайся, Джульет. Мы найдем выход из положения. Кажется, я знаю, как решить эту проблему. Сейчас отправлю вам адрес. Ура! Значит, план таков. Если не можем найти исчезнувший торт, то нужно переделать имеющийся. Здорово! Отличная идея! У меня для этого есть все необходимое. Нужно починить до прихода дяди. Фантастика! Уже идет! Эту технику мытья придумал я сам. Дядя, у тебя мокрые волосы. Оу! Мы их высушим при помощи этой штуки. Знаешь, дядя, думаю... Коли уж я сам эту штуку отремонтировал, то я на себе и проверю. Сейчас мы превратим легкое дуновение в настоящий ураган. Пожалуйста, только не сломайся. Ну и? Отлично, работает. Конечно, работает. Теперь пойду займусь починкой электрики и сантехники. Я лучший мастер на свете. Пронесло. Торт готов. Он замечательно выглядит. О, нет. Вечеринка вот-вот начнется. Мы не можем пойти туда, измазанные кремом. Что стоим? Нужно срочно забежать в салон красоты. А торт тогда пусть доставит курьер. Есть. Да. Випет никогда не сдаются. Давай, Джульет, заходи. Девочки, я вам, конечно, очень признательна, но Фабио не успеет нам всем сделать прически. А нам не нужны прически, Джульет. Сегодня у тебя день рождения, и все внимание будет приковано к тебе. Но... Да, да, да. Ты же знаешь, как мы любим друг друга, но сейчас нет времени. Скорее! Фабио, нужна помощь! Нет проблем! Birthday style. О, изумительная прическа. А вот и торт. О, нет. Он весь потек. Вот вам и торт. Видели бы вы свои лица. Но что здесь смешного? Это же ужасно. День рождения испорчен. Что? Это был мой лучший день рождения. Я провела весь день с друзьями. Идем, девочки, пора веселиться. Кстати, Джульет, я нарисовала для тебя картину. О, а я организовала для тебя занятие йогой. А я сочинила для тебя песню. Ладно, девочки, и больше никаких тортов. I love big pets! Всем доброе утро! Сегодня чудесный день! Випец, доброе утро! Вы готовы к музыкальному фестивалю? Мы будем танцевать! Ди-ди-ди-ди-ди. Привет, мы самые невероятные питомцы на свете! Мы экспериментируем с прическами и обожаем приключения! Випец, мои друзья! Если мы вместе, будет мир чудес! Зовет мечта! Прически, красота! Диджей Гвен! Видите, я выделила те группы, которые бы хотела видеть на фестивале. Я бы начала вот с этой. Называется Dogs Farm. Я бы предпочла что-нибудь поживее. Ты слышала про Макила? Я хотела бы, чтобы это была танцевальная музыка. Сейчас в моде диджей данс. Лучше ее никого нет. Это будет очень круто. Скажу вам, что сейчас самое модное направление – это трэп. Как хотите, а я должна увидеть диджея, да? Ты пойдешь на фестиваль? Я не очень люблю толпу. А я вот обожаю фестивали! Когда я был молодым, в смысле, помоложе, я не пропускал ни одного фестиваля! Похоже, что это было очень давно и к тому же в очень далекой галактике.
Я работал стилистом у величайших артистов! Правда? Конечно! Я первым придумал начес, а затем все скопировали его! Да, точно! А еще ты придумал утюжок для волос! Все верно, и теперь все его используют! А с кем из знаменитостей ты работал? Со многими, со многими! Как-нибудь я покажу тебе фотографии. Не думаю, что стиль трэп сейчас в моде. Мне он не нравится. Главное, что мы идем туда вместе. Мы VIP Pets, так что не беда. А в конце выступит диджей Данс. И мы будем танцевать. Я ничего не вижу. Слишком много людей. Ничего не видишь? Я вижу много ног. Надо было пойти на трэп. Даже если не видно сцену, то хотя бы можно потанцевать. А может, пока сходим перекусим? Нет, давайте лучше займем хорошие места. Постойте, у нас еще куча времени. А мне нужно что-нибудь съесть, чтобы восполнить энергию. А я хочу сфоткать еду и выложить ее в интернет. У тебя на фотографиях одни ноги. Мы так ничего и не увидим. Но мы также ничего не увидим, если вдруг упадем в голодный обморок. Не кричи, это выводит меня из себя. Сделайте глубокий вдох. Продолжая нервировать друг друга, мы не решим проблему. С меня хватит, я хочу есть. Ну что, девочки, теперь, когда мы поели, выпили воду из фонтана, может, вернемся на концерт? Я лучше схожу в магазин или же к Фабио. Нам не нужно к Фабио. К Фабио мы сходим позже. Сегодня особенный день. Я бы пошла, но у меня устали лапки. Давайте лучше в Централ Пэт. Точно! Да, пойдемте в кино. Я сказал ей, ты станешь звездой. В то время я еще не знал, сколько людей потом будут об этом говорить. И так уже много лет. Так значит, она первая выступила с начесом. Самая первая. И ты создал этот стиль? Ага. Как здорово! Расскажи еще, расскажи еще! Ты видела панковские иракезы? Сейчас скажет, что это он их придумал. В общем, это я их придумал. Несколько лет назад я был в Лондоне и... Я так ничего и не увидела, там столько людей. Из-за этих концертов мои волосы стали похожи на львиную гриву. Фабио, нужна твоя помощь. Что ж, заходи. Сейчас мои волосы приведут в порядок. Почему такая грустная, а? Ты увидела своего любимого диджея? Она еще не выступала, она последняя. Ну вот какая беда. Я не в настроении видеть ее сейчас. Нужно что-то придумать, но что? Я понял! Я сделаю тебе концертную прическу. Я делаю ее только по особым случаям. Придам тебе неповторимый облик. Наконец сбудутся все твои мечты. F&F натурально на 100%. А залог успеха в нашей секретной формуле. Правда? Именно благодаря этой прическе твоя любимая диджейка до сих пор предана музыке. Просто невероятно! Начинается. Диджей Данс? Она самая! Дядя, я тебя, конечно, люблю, но никто в это не верит. Давайте попробуем. Концерт стайл. Думаю, на этот раз все получилось в лучшем виде. Мне очень понравилось кино. Да, мне тоже. Ты это видела? А? Класс! Здорово! Восхитительно! Мне очень нравится! Ну что, девочки, предлагаю вернуться на концерт. Но там очень много народу. А? Мы ничего не увидим. Не волнуйся, идите за мной, и вы все увидите. Она похожа на диджея Данс. У нее такая же прическа. Она настоящая. Смотрите, звезда. Перед нами все расступаются. Да, первый ряд будет нашим.
Для чего он все это сочиняет? И где выпрямитель волос? О! Так значит, это все правда! Я в шоке! Ну, не все, конечно. Если честно, диджей Данс добилась успеха не благодаря моей прическе. Тогда как? Благодаря самой себе. Ей просто не хватало уверенности, как и Гвен. Первый ряд, мы добились своего! А ну, дерзни и прическу смени! Мы Вип-Пэт!